Здорово, под песок сегодня пожрем картошки в мундире. И, короче, консерву в томате. Сардину называется. Но перед этим надо, наверное, сделать упражнение, наверное, для легких. О, сделали упражнение для легких. Похаваем теперь, да? Аппетитно гуляли. 4000 шагов прошли. Что-то я вот открывал, прям боюсь. Короче, прям металл. Металл, что-то у меня такой боязни не было. Короче, боюсь прям есть из банки. И вообще я больше не буду покупать такие. Буду только такие, которые... Поняли? Что-то... Почему-то в 90-х нормально ел все, тогда таких не было банок с открывашками. А сейчас что-то стал побаиваться. Старею, блядь. Всего побаиваюсь нахуй. А где моя любимая масло, блядь? Вот оно. Сарепта, блядь. Не реклама. Кто не жрал, обязательно поешьте. Вот так вот. С черным хлебушком. Ням-ням, бля. А, давай, наверное, на ТикТок выложу. Хотя, нахуй нужен вообще. Я там сейчас банку открыл на с консервы. Не, ну надо как-то. ТикТок в натуре. ТикТок, картошечка с лучком, ням-ням, блядь. Оп, нахуй. Рыба в томате, ням-ням. Перчик, ням-ням. Помидор, ням-ням. Пока. Где соль? Стол номер 10, он по минимуму соли употребляется. Мне похуй, я хочу соли чуть-чуть. Как жизнь молода. Взял шарики надувать. Будем надувать, да? Сегодня, кстати, мерил, нормальный пульс был. Короче, не буду эти таблетки пульсовые покупать. Я против таблеток. Хватит-то так, что я эту верошпирон какой-то, блядь, пью. Раз в день и разжижающую. Не две в сутки, каждые 12 часов, а раз в сутки. Я не доверяю таблеткам. Я сторонник того, чтобы по минимуму их вкидывать. И так столько, блядь, за неделю, пока лежал в больнице, съел этого дерьма.
А, короче, рыба не зашла. Бля, вот я в шоке вообще. Банку сейчас взял, какие-нибудь стружка прям. Больше я же боюсь больше есть эту рыбу. Прикинь, металл съем, блядь. В шоке, да? Не вы, я в шоке. Как я сидел, отрезал, короче. Ну так, чистил. Я в шоке. Как вообще открывают такие банки? 42 года стал бояться открывать банки. Что дальше, блядь? Это уже пугает нахуй. Потом будем бояться выходить из дома. Опять печенье себе купил, шоколадочку. Ну, типа. Горький. Свежего воздуха надо. Все помыто с мылом. Да, блядь, вообще не мыл никогда ничего. Намордник вообще не одела. Сейчас намордник уже заранее одеваю. Только на входе, блядь, в магазин. Ну что, чувачки? До свидания.